Всем привет! Сегодня мы совершим обзор зеркала заднего вида со встроенным видеорегистратором, который пришел к нам из Китая, с AliExpress. Красивое это зеркало заднего вида со встроенным видеорегистратором. В принципе, видео, отснятое на точно такое же зеркало, можно увидеть чуть ниже будет по ссылке. Собственно, чуть ниже будет и ссылка на то место, где я его приобрел. По работе за все время проблем не было обнаружено. Аккумуляторчик, конечно, в нем такой, откровенно говоря, грустноватый. Но, как говорится, какие бабки, такие и тапки. Ну, кроме того, что я могу сказать, какой в нем огромный плюс. В Европе, к примеру, нельзя использовать видеорегистраторы. А тот, который стоит в этом зеркале, никто и не замечает. Так что. В любой момент, если вас полиция остановит, проводок можно вынуть отсюда и сказать, что у вас оно не включено было. Используйте как обычное зеркало. Без санкций прокуроров и прочих геморроев никто не заставит вас смотреть, что там внутри, и не полезет вовнутрь. В общем, как я говорил ранее, ссылка на то место, где я его приобрел, находится чуть ниже. Там же чуть ниже находится и видео, снятое на точно такое же зеркало некоторое время ранее. Продолжим. Подключение видеорегистратора оказалось намного проще, чем могло бы казаться. Два провода, ну точнее говоря, один провод, два контакта были подключены на плюс и минус от прикуривателя. То есть, грубо говоря, когда мы выключаем зажигание, зеркало с регистратором продолжает работать на собственном автономном аккумуляторе. Когда мы включаем зажигание, аккумулятор заряжается, и зеркало, в общем-то, включается тоже. Так настроено в настройках, что при подаче питания на само зеркало оно включается и начинает автоматом съемку. Проверим. Угу. Проверим зеркало, работает, не работает. Цепляется крепление у нас здесь вот такие вот защелочки. Камера сбоку. Цепляет. Флешка ставится сюда. Сюда можно еще питание дополнительное. Здесь выход на видео. И здесь у нас флешка. И присоска к обычному зеркалу, чтобы оно держалось лучше. Сюда звуки издает, здесь камера, в общем-то. Цепляем, значит, его всю демо. Крепление стандартное, микро USB старое доброе. Ставим, настраиваем зеркальце обычное и включаем зажигание. Чик, включилось. Вот, в общем-то, наш вид. Ругается, что флешка не вставлена сейчас. Mm-hmm. Вот, если карточку ставим, начинается запись. Можно настроить меню. Здесь приключение режимов. АВ, картинка, это просмотр. Возвращаемся обратно. Меню, разрешение, там циклическая запись, всякие прочие автовключения, выключения со звуком, без звука. В общем-то, вот такая вот красота. И выключаемся. Можно настроить, чтобы сама включалась, сама выключалась. Обзору обратному не мешает. В общем-то, все видно хорошо. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте внизу свои отзывы. До скорых встреч. Пока.